Лайтер у него. Окей, все, давайте не кучкуемся, пацаны. Репорт был? Мне показалось, репорт был. Никого нет. Так. Стоп. Это зелененький. Олег? Да, I'm fucking lighter. Ну, не мафия, конечно, но anyway. Ух, блядь, как мы давно на этой карте не играли, охренеть. Дамы и господа, блядь. О, Олег у нас этот. Инженер. Инженер. Инженер from Rio de Janeiro. Главное, чтобы его не убили. Так, медуцик. Асси масло проходит сканирование. Так, у нас там чупик спрятался, ладно. Чупик с кофе. Ух, слышь, блять, мы так давно не играли в Among Us. Кстати, подождите. А Женя-то у нас каким образом успела пройти данный детектор? Так, ладно. 1-1-3-3-5. Реально, 10 человек так непривычно, это пиздец. Вообще максимально непривычно. Так, давайте мы сначала по заданию посмотрим. Кофе, ураган, чупик, слитпут. Кофе, ураган, чупик, слитпут. Запомним. Кофе, ураган. О, здесь у нас твичеру. Задик у нас идет с правой нижней стороны. Никого нет. Это зелененький. Олег? Да, это Литпут, да. Убил и подошел. Чё, где труп? Блин, подожди, ребята, я обычно мирный, кстати. Олег, Олег, какая у тебя роль? Инженер. Инженер. Он прыгал в люк, чуть-чуть. Он прыгал в люк же в начале. Да, да, Литпут, я тоже видел, я тоже видел. Первый раз вообще играю за инженера за все время. Объясните, что такое сир. Сир, что такое? Это человек, который может подойти и проверить роль человека. Там написано good, bad. А что такое? Короче, я сканер ходячий, поняли? Так, а короче, я ну все, это 100% в Литпут, я прыгал по вентиляциям, я тоже видел. Я шпион, тоже... шпион, шпион делает так, что он подходит, к, где отслежка же есть. Вот этот, да, банк. Я подошел, да, ничего тогда. Там не ну, было. Тогда я не знаю. А можете тогда... у нас три предателя, да? Да, да, три предателя. Подождите, подождите. Можете меня защитить, пожалуйста, а то я случайно расскажу, подождите, Джонни, Джонни. А что такое? Я потом шансы можешь повысить, потому что я обычный мир. Хорошо, хорошо. Подожди, а почему у нас три предателя? Обычный. Потому что мафия, 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 чтобы мафия была. Угу. Да ладно, мы одного, вон, смотрите. Да ладно, все, все просто, все просто, ребята, все просто. Второй предатель Джонни 100%. Почему? А какая у тебя роль, Джонни? Я могу сказать, но, но будет интересно, если я буду, я не буду роль. Ну, я уверен уже на 100%, Джонни, что ты импостер. Уверен, да, хорошо. Да, да, да. Уверен. Зря, брат, я бы тебе прямо сказал бы, я импостер, сука, Олег. Ну нет. Я к великому счастью, брат. Я к великому нахуй, к твоим... О. Короче, я этот... О, время отмотали. Я обычный мирный с ролью лайтер. Просто роль лайтер. Так, знат Гэлэч... Блять, Алекс Ред, тогда буду заменять. Решу, ну Алекс Ред. Так, я так понимаю, знат слева спрятался? Знат, походу, реально слева спрятался. Он меня чекает прям так. Опа. Так, это, короче, у нас... Голландские. Не-не-не, это этот... Не-не-не, я стоял у кнопки, я стоял у кнопки, нажал кнопку, это чипец, и в этот же момент, как только я к кнопке подошел, Алекс был рядом, и ну, кто-то саботаж включил, и кто-то его убил. Не, подожди, сейчас, ага. сейчас два голландских было. Кондрасы? Да. Ну, я увидел ее. А, ну смотрите, логично предположить, так, что если... Подожди, а где второй голландский да, был? Да, это я не нет, голландский. Нет. Сейчас, короче, у кнопки а прям было. Был? У кнопки. Сейчас я просто думал, что это красный. И типа... Там был чупикс, ты, Джонни. А, и... все, чупикс, 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 это чупикс, все. В смысле? Меня вообще сейчас даже не было. Короче, у меня вопрос такой. Он камуфляж. У меня вопрос такой. Я подошел, короче, к Джонни, нажал ревил вот этот. Да, и там good bad написано. Ничего не написано, вообще ничего не высветилось, вообще. Ну, значит, он... А я тут при чем вообще? Потому что ты сейчас был, ебанул камуфляж, и два голландских стояло. Блин, мне я сейчас, кажется, мне, меня немного настораживает, что ураган молчит, ничего не говорит. Так я спрашивал, что такое спай. Сейчас я понял, что такое спай, как он работает. Все. Голландский. Я же только поэтому там возмущался. Же рядом сейчас столовый был чупикс, да? Да, ну чупикс все, был 100%. Подожди, все. Голландский, ты говоришь, ты проверил Джонни и ничего не было? Ничего блин, сейчас, вообще не высветилось. Если просто, если мы сейчас ошибаемся, я бы на самом деле не выгонял. Короче, подожди, смотри, 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 просто в чем прикол. Не голландский, смотри, просто в чем прикол. Если мы сейчас все-таки ошибаемся, да, допустим, рассмотрим этот вариант, и чупикс не был предателем, то среди нас остается два импостера, дабл килл и все.
Просто Джонни, ну, может добить сейчас Чупикса еще как вариант. Что я делаю? Ну, окей. Можешь, ну типа я же не видел, что у вас произошло. Типа, и я мог Джонни убить, да, типа? Да. Ну типа ну, их двое там было. Я помню Джонни внизу. Ну, я не видел, брат. Я не могу, у меня как будто кнопка не работает. Ну попробуй еще. Бля, может я реально сейчас проебался, я проглядел, типа, я сначала типа подумал, что это красный, я так понимаю, это дабл килл был. И один из них это типа сделал... О, инженер починил, красава. Вот вам, блядь, и работа, хорошая работа, Олег. Надо этот R готовить. Да пойти, где они? Так, ребят, меня сейчас смутил вот этот вот... саботажик. Так. Нет, какая вспышка? Синяя вспышка была, это, по-моему, голландский проверял, да, кого-то? Я проверял, да, я Аси проверял, но у меня ничего не отображается, я не знаю почему. Я предполагаю, блин, что когда это мирно, он тебе ничего не покажет, он не будет тебе говорить, да? Роли. Мне, я кажется, настройка... Знат играл же уже на нем. Я настройка этот... Да-да-да, она проверяет роль. А когда играл Знат, тогда было показывать роль, а тут я сделал good bad. Значит, это не Аси, не Джонни 100%, не я. Это не Гэлочи. Значит, остается Знат. Знат? В смысле, я лайтер, я все вижу и попробую сейчас в темноте кончить. И первый раз я сказал только так, когда начали давить. Стоп! Я лайтер. Ну, тебя убить он сказал? Я лайтер. Я. Значит, два получается. Джестер и импостер. Не, просто, короче, я почему сейчас сделал вообще общий сбор, потому что был, ну, саботаж, да, я побоялся, что сейчас просто дабл килл сделаю. Это красава, правильно сделал. Я поэтому заюзал просто свою способность и... Так, чуваки, у нас один импостер получается. Нам надо джестера не выкинуть, понимаете? Да, я не думаю, что джестер один будет. Импостер, забейте, скипаем. Крестнат. Скипаем? Зачем? Ну, импостер скипать? Один, в принципе, зачем скипать? Пока. Получается один импостер, потому что если сейчас мы будем сейчас 50-50 играть. Мы 50-50 будем играть. Не, ну, так не факт, не факт. Я бы на самом деле рискнул сейчас кикнуть, потому что, отбросит больше вариантов. А мы только Чупика же кикнули, и все. И Литпута. Нет, Литпута и Чупикса, мы двоих импостеров кикнули. Ну не факт, что Чупикс, Литпут 100%, не факт, что Чупикс был импостером. Ну я сейчас проверю Зната тогда. У нас до сих пор два импостера, и мне кажется, что Джонни как раз таки импостер. Не, я тебе только что сказал, что знаю. Он специально только что продолжил игру, чтобы сделать дабл килл, смотрите. Бля, ну блядь, было бы прикольно, конечно, за импостера такую хуйню вытворить. Кстати, сейчас нужно прям готовиться этот сделать. Блядь, R прям прожимай. Короче, прям R прожимай, голландский. Давай. Блять, вот зря мы так сейчас пошли, на самом деле. С голландским надо прям. Хорошо, ребят. Хорошо. Я прям спамил. Видел, кто убил? Нет. Потому что я тоже сидел и спамил, как конченый. Подожди, кто наверх сейчас убежал? Я убежал. Это не Ася. Это Знат остается. Да. Знат, получается. Ну, блядь, если я знаю джестер, он переиграл всех, давай. Да не, вряд ли, я не думаю. Просто, блин, надо было реально сразу знато, мне кажется, кикнуть. По традиции. Да. Фух. Найс! Блин, реально не вообще... Нет, это реально, типа, вообще спокойно. Ребят, я вам так скажу, вам повезло, потому что я на знато сейчас проверку кинул, и тоже никакой информации не высветилось. А, я так понимаю, с определенным шансом он тебе будет показывать, когда ты чекаешь. Да? Это балансно, это реально балансно. Они сразу рун показывают. Ну да, я за всю игру никого не вскрыл в итоге. Давай пошли все сделать. Свайпер, короче, он меняет местами в таблице, и, допустим... голосуют в одного чувака, да, и ты меняешь местами, и в итоге в другого голосуют. Но смотри, ты мирная, то есть тебе не нужно свои У меня шериф был, что он делает? Типа, у меня было килл. Смотри, у шерифа есть возможность проверить, типа, импостера. Если ты убьешь и попадешь в импостера, ты его убьешь. Но если ты попадешь в мирного, умрешь сам. Да? Да. Бля, жесть. Хорошо, будем ревелить роль. Только, пожалуйста, не меняйтесь. Я Ванга, я всевидящий, блядь. Я могу предсказать роль голландского. Смотрите. Роль голландского у нас желтый. Свайпнули только что с ним. Только что с ним свайпнулись. И он стал, типа, этим черным. Понял. Все. Это я понял. Голландский у нас лайтером был. Сейчас. Это черный тоже. Что? Почему два черных? Это импостеры, получается, или что? Так. Опа, время откатили. Понятно. Быстро. Пожалуйста, только меня не убивайте, не надо меня убивать. Я, походу, убью сейчас.
быстро починил. Оба чупикс. Показать роль чупикса. Витпут желтый. Лайтер у него. Окей, все, давайте не кучкуемся, пацаны. Так. Репорт был? Мне показалось, репорт был. Мне показалось, кнопка репорт. Так. Олег. Черный. Блять. Да типа без роли или что? Я не понимаю. Я просто реально не понимаю. Сейчас давайте Аси посмотрим. Аси, ты по... А, тупо сейчас. Ну-ка, Аси. Желтый, лайтер. А, подожди. Блять, что за хуйня? Транс. Подожди, ну, Джонни свет не починил. А мне показалось... Я починил! А мне нормально. Ты одну оставил и отбежал. Чупикс, у меня нормально. Как такое может быть показывать? Среды нормальные. Так сейчас Джонни поменял. Среды убийцы показывают о том, что кого-то убили, и тут же как бы нету трупа ничего. Уборщик, мафия. Да. Так я говорю, я такой думал, мне показалось или нет, как будто был кровь. Да, репорт загорелся, да. Да, загорелся репорт, и пац, нету никого. Я такой думаю, чего? Где загорелся? Вот прям на свету. Когда фига людей было, там, походу, в толпе кого-то нашинковали и убрали сразу. Сейчас, у нас есть чел, который меняет роли, шифтер. Я был, но я забрал у кого-то... Я точно знаю... У голландского забрал лайтера, да? Детектив. А, детектив, понял. Не, я точно знаю, что у кого-то есть этот, который щит дает. А почему он сказал, что у голландского, которого убили? А можно у тебя сам? Озвучивать нужно? Я не знаю, у кого, но я забрал. Я хотел у урагана мелкого забрать. Ты офигел? Блин, это было сейчас настолько гениально. Быстрее, не хочу, чтобы... Короче, Олег, это еще, все. А? Это темные лошадки. О, я впервые. Я что вообще? Я тебе расскажу, почему. Давай, расскажи. Темная лошадка. Расскажи мне, давай, расскажи. Ураган. Так рассказывай прямо сейчас, что ты, давай. Ты можешь нормально голосом разговаривать. У меня есть магический шар, который сказал... Под тебя роль, Не бойся. Так, что он тебе сказал? Ты у нас черный, вместе с мечом. А Литпут и Аси желтые. Да, конечно. Во, видишь, меня дважды даже не проголосовал. А у нас три предателя, как тебе такое? У нас три импостера. Третий затупил, походу. Я расскажу. И потом у меня магический шар. Я не понимаю, как работает реально. Как? Желтый, черный, что это означает мне, блядь? Скажите нахуй! Абэмэ, блядь! Так, ладно, быстро чек. Знат черный. Если сейчас у нас до ураган. Ну давай, че, реально, ураган. Не у нас. Давайте Женю. Нужно чекнуть. Нужно чекнуть Женю. Желтая. Ну, время откатилось. Так. Давай с ребеночком. Поставим с ребеночком. Пойдем. Тут этот был, тыщу. Алекс, Литпут стоит. Так, Литпут. А где ураган? Пойдем. Желтый, все. Подожди, а как тогда... Как умер этот, бля? Походу... Нет, шериф убил, что? Нет, пойдем. Нахуй ты мне нужен? Подожди. Может, я дважды чекнуть надо? Нет, я их не могу чекнуть, вообще никого. Бля, три мафии, походу, тусят. Нет, стоп. Не-не-не. Стоп. Свиги умерла? Свиги. Блять, пизда, походу проебали. Да, мы проебали. Походу их убили. Да, сейчас меня тоже убьют. Я знат убьет. Нет, стоп. Там кто-то реактор еще нет уже. Я знат убьет у меня, короче, сейчас. Да, давай, реактор. Там один человек на реактор. А, два человека, все. Вниз. Надо срочно на кнопку. Нет! Чупикс, подожди. Блять, ну камон нахуй. Не успел ревейл роль сделать. Не успел. Подожди, я не один это видел, да? Да. Это Алекс Рэд убрал. Алло, я ничего не делал. Я не видел, кто, но типа, блин, почему же второй раз это происходит? Почему? Я вам клюсь, Алекс Рэд уборщик, я прям вижу, как он убрал. Кикайте меня в размен с ними, если хотите. Это Чупик. Давайте сначала Алекс Рэд уберем. Я видел, как он убрал. Это точно не ураган, не кофе. Хорошо. Я видел, что они вперед бежали. Да, блядь, нафига ты так чисто прям подожди, какой ураган? Ты где урагана видел? Я вообще первый вперед бежал. Мы втроем, мы вчетвером бежали. Ураган ребенок, он просто не может быть мафиозником. Я уже вообще-то юноша. Ребята, только не смотрите, пожалуйста, на мою шляпу. Это не означает, что я мафия. Это знатый Алекс Рэд, это знатый Алекс Рэд. Ты о чем базаришь, вообще? Ты видел, где я? Кикайте меня в размен, если хотите. Кикаем Чупикса, потом я ухожу, ребята. Без проблем. Давай. Давай.
Вот кикаем Чупик, кстати, я ухожу. Я просто видел, типа, как один убил, второй убрал. Алекс Ред Трэш. Ты чушь говоришь, Чупик? Ты убрал, я давно убежал, я не знаю, кто где убил. Я сейчас вперед тебя прибежал на столовую, и ты какую-то ерунду мне говоришь. Я даже киллов не видел, Мы с кофе там были только. Да не, по факту, что, у нас три осталось? Не надо размениваться. Одного кикнули, одного правильно кикнули. Ой, блядь. Ну, короче, магический шар прикольная, конечно, тема. Но что-то слишком имбалансное. Нужно нерфить немного, мне кажется. Она слишком имбовая. Либо я не понимаю, почему голландский у нас был черный. Давайте, меня можете или знаты, как хотите. Но я вам говорю, это знатый Алекс Ред, типа. Как мне кажется. Можно тогда одну мысль озвучу? Мне кажется, что это кофе, но почему, можно сказать, по окончанию игры? То есть, может быть, я ошибаюсь. Че? Так, куда... говори сейчас. Так, да, лучше, наверное, сейчас сказать. Сейчас? Потому что кофе сказал о том, что на знати щит. И что? А все знают о том, что на знати щит или нет? А, ну тогда окей, я бы просто фиг его знаю. Это все видят. Меня потом знато. Зачем меня выгонять, Чупик? Я ничего не понимаю, сверху задание делаю. Ну раз ты уверен, что я импостер, давай меня потом. Кто уверен? Я не уверен ни в чем, я не видел вообще абсолютно. Ты говоришь, где-то был труп. А я не видел, понимаешь? У меня нет такого обзора, чтобы увидеть этого. Не, ну в теории мы реально можем сделать размены, тогда все, типа, ну, у нас остался что, один, по-моему, да? Ну давайте так. Чупик, какая у тебя роль? Я тебе не скажу. Ну, ББ, блядь. Ну, ладно. Может, тебя ББ сказать? Я что-то так и думал. Бля, что за хуйня? Я так и думал, что это самое. Ты что за хуйня? Красавчик. Ребят. Я постоянно забываю про эту роль. Постоянно. Хороший пикс, хороший. Начало катки, это такой трэш был. Короче, как вы это сделали, объясните мне. Отдай мне роль этот. Короче, смотри. Убивают, и сразу резко труп выносят. Я сам себя убил, короче. Я хочу спросить. Смотрите, три мафии получается, да? Один Godfather, другой уборщик, и кто третий? Я, блядь, нихуя делать не мог. У меня ни кнопок, нихуя нету, блядь. Не, реально. Красный мирный. Бегу, нихуя делаю. Одну секунду. У меня, короче, был магический шар, который показывает желтый и черный. Вы был ты, Знат и этот, Алекс Ред. Я свапер был. У меня Аси роль отобрал, я стал свапером. А вот почему у тебя черная типа была. Я в толпе свапера заюзал и, короче, сдох сразу сам просто. Ты чё, отдай. Ты а магический ты шар вот этот, он определяет цвет, да, типа надо роли? Перезайти. Всё, я понял. Надо перезайти. Да. Так а когда, блин, кофе, чтобы я мог начать убивать, надо было, чтобы тебя кикнули, прикинь? Да это вообще ужас. Я должен ждать, когда тебя кикнут нахер. Тогда только смогу. То есть реально, то есть чтобы ты кого-то мог убить, да, тебе надо... Пока тебя нет, я не могу убивать. Не та ситуация. Подожди, босс мафии кофе был? Да.